Бежать! Там снайперская позиция. Держит реку. Марлоу, он твой. Давай по-тихому. Это русский? Узнаем, куда его увезли. Один на пристани. Дождись раската грома и вали его. Огонь по готовности. Прекрасный выстрел. Двигаем, сержант. Пошли. Две цели на дальнем причале. Дистанция до цели 7-2. Ветер 5 узлов. Жди раскат грома. Огонь по готовности. Двигаемся дальше. Понял. Враг на 12 часов. Жди раскат грома. Отлично сработано. Приятель. Еще двое рядом с офицерами. Подожди, пока отойдут. Огонь по готовке. Офигенно, Марлоу. Все чисто. Так, держим позицию, парни. Будем слушать. Все чисто. Взвод, ко мне. Ну что ж, уже лучше. Вообще не понимаю. Кто на войну в ковбойских шляпах? Ковбои? Черт, да ковбои никогда не воевали. Далласские ковбои каждое воскресенье воюют. Иногда по понедельникам. Давайте найдем Гуайра, ладно? Стоять, стоять. Растяжка. Черт, как ты ее увидел? Чуть ее Человека-паука сработало. Спасибо, спасибо, Хэ. Слышь, я вообще-то не за кольцевой рост, придурок. Так. Мина обезврежена. Отлично, Марлоу. Ловушка снята. Марлоу, зоркий глаз. Снял ее. Чисто.
Твою мать, падать далеко. Так, это просто камушек. Я в порядке. Все, ништяк.
Encuéntrenlo. В укрытие! Пехота противника. На том берегу. Берегись! Черт подери! Да он нас перестреляет! Престон, со мной! Обойдем с фланга! Dispare!
Яша, перру! Не прекращать огонь! Раскатайте их! Он здесь. Центр управления.